Товарищи москвичи, вы видите перед собой мощный коллектив самодеятельных талантов, в основном в сросшенных недрах моей системы, благодаря моему чуткому руководству. А? Ну, как вы находитесь? По-моему, хорошо. Для вас хорошо. Директор. Ну, говорите, товарищ директор. Что ж ты думаешь, я так встану и буду тебе говорить? А как же еще? Трибуну мне давай. Сейчас. Вот она, трибунка моей собственной конструкции. Ну что, трибунка? А вода есть? Пожалуйста. Мало. Пожалуйста. Все солидно. Вот вам, товарищ директор, откуда говорить, а вот что говорить. Текай. Разрешите вам поставить эту палочку, не помешает? Нехай стоит. Товарищи! Что мне тут понаписывали? Товарищи! На сегодняшний день меня интересует завтрашний день. Из моего отчета вы увидите, что моя работа достигла поворота и разворота. Я думаю, все вы меня поймете. Вы видите сам, как я грю на работе. Но я один, я руководство. Так пусть же горит все производство. Итак, дорогие товарищи, равняясь на меня, подтягиваются и другие театральные организации. Что такое? Не обращай внимания. Во всех наших оркестрах мы имеем ударников, наши певцы живут припеваючи, и даже в цирке у лилипутов заметен большой рост. Поэтому, если я уйду с работы, это для всего нашего искусства будет тяжелый удар. Что такое? Все в порядке. Видишь ли, это наш брехочувствитель. Брехочувствительный аппарат системы Штепселя, модель 207 бис. Хай ему бис. Не выносит лжи. Ничего себе аппарат придумал Штепсель. На мою голову. Неплохой. Разрешите продолжать свой отчет. На каком месте я остановился, товарищ? Вы остановились вот на этом месте. Не, я уже... Место для докладчика возникли. Простите, трибуну. Да. Вот теперь продолжай. Товарищи, дорогие мои граждане, вообще, если так хорошо разобраться, так я вообще работник неплохой. Я, можно сказать, крупный работник. Что оно поломалось, чи шо? Я на голову выше от всех директоров, яких вы тільки знаете. Я хотел сказать, на голову выше, это в смысле роста. Вы же важнее, как я высокий. Я же вышел лучше, высокий, потому и выше. Но в моей работе есть успехи небывалые. Я хотел сказать, что успехов не бывало. Чего нема, того нема. Но я не бюрократ. О! И все мои тут сослуживцы, они же для меня родные. Не-не-не-не-не. Я хотел сказать, что мои родичи зачислены сослуживцами. Конечно, они мне родные. А что они мне чужие, чи шо? И вообще... Рано или поздно моя работа будет отмечена, о! И на меня одна за другой посыпятся награды. Безобразие, понимаете? Разные вот тут, понимаете, вот эти вот штепсели, понимаете, хотят, понимаете, сорвать мое выступление. Ну, это и блюдо, удастся. Так и скажем. Вроде мое выступление, это дело им не по зубам. Ну что? Может, продолжишь отчет в живом виде? А я не живий, я напівживий. Чого так скривився? Якби тебе 13 раз дрючком по голові ударили, а на закуску по зубам дали, щоб тобі дуже весело було. Ладно, знімай свою папку.
Видай палочку, сниму папочку. Пожалуйста. Дети.